Доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в черт его знает какую серию нашей Санта-Барбары по прохождению Римворлда. Как я и обещал, я начал строить вот здесь вот обходной коридорчик. И мы начнем потихонечку переносить сюда различные объекты нашей инфраструктуры, ну, строить что-то заново, короче говоря, развиваться и доводить до ума нашу базу. Самое главное, что надо понять для того, чтобы сделать грамотную базу в нашем случае, это что конкретно мы будем переносить вот сюда, вот подальше от центрального входа. Сюда надо перенести то, что не требует постоянного доступа. То есть, к примеру, можно туда перенести вот это вот помещение с животными. Также, возможно, сюда можно в самый край перенести вот эти вот склады с готовой одеждой, потому что все-таки они используются не настолько часто. Но прежде чем мы начнем все это делать, два момента. Значит, первый момент, ребят, не забываем о всякой блогерской чепухе. Буду вам очень признателен. И второй момент, я поставил на игру еще один мод. Он отвечает за настройки. Мне его до этого тоже советовали, но он почему-то не работал. Я просто переустанавливал заново ту же самую сборку, но заново. И он заработал. Помните, я ругался, что вот, допустим, мне надо вот так вот ручками все это переставлять. Теперь это не надо делать. Значит, смотрите, давайте мы сделаем здесь вот сейчас так авто, вот так вот, да. Теперь заходим вот сюда, настройки политики. Новая политика ограничений. Переименуем. И теперь вот здесь вот мы выбираем рейд и настраиваем так, как это нам нужно. К примеру, вот так вот. Теперь при переключении вот здесь на авто, видите, что происходит? Опа, опа. Только вот я, честно говоря, не знаю, надо ли это как-то сохранять, или это у нас все-таки сохранится само, потому что мне казалось, что я это уже пробовал. Вот единственное, что я не помню, сохранял ли я игру после этого или нет. Вот в чем дело. То же самое, значит, эти же настройки у нас есть где? Есть они у нас в назначениях. То есть здесь то же самое, политику в назначении можно сделать. То есть, допустим, вы ставите там рейд, и вас все взяли и переоделись. А можно вот так вот сделать, то бишь они будут переодеваться без всяких сундуков, просто по нажатию одной кнопочки. Название этого мода вы сейчас увидите у себя на экране и, соответственно, сможете по этому названию без проблем найти этот мод в Стиме. Ладненько, 40 вопросами покончено, и давайте мы начнем строить здесь комнату для животных. Да, я принял решение, мы воткнем сюда комнату для животных в самый дальний угол, потому что, в принципе, сюда особо часто ходить не надо. Главное не втыкать сюда мастерские, чтобы наши ребята не были вынуждены просто постоянно сюда таскаться. Я постараюсь все это дело максимально ускорить на монтаже, ну, может быть, мы даже вообще все это показывать не будем, а может быть, сделаем такой вот как бы спидран по постройке комнаты для животных. Там по посмотрим, там проверим. В центре комнаты у нас будет стоять колонна, чтобы у нас точно не обвалились потолки, потому что размеры комнаты довольно-таки приличные. Полы будут традиционно уже сделаны из мрамора и сланца, такими вот квадратиками. И в центре мы с вами, наверное, поставим кормушечки. Но это все будет позже и неправда. Сейчас надо построить само помещение. Ну и, естественно, надо будет проводку организовать и подсветочку. В общем, все как обычно, ребята, все как обычно. Не знаю, как вам зайдет такой монтаж. Тяжело, на самом деле, говорить о монтаже, когда ты его еще не сделал. Но сделаем вид, что он уже готов. Могло ли, блин, быть иначе? Естественно, не могло. К нам две пачки дегенератов в налете. Знакомые. Видимо, они решили к нам переехать, потому что у нас, типа, более козырно. Значит, что мы теперь можем сделать? Теперь, в принципе, мы намного быстрее будем настраивать наших ребяток. Просто опаньки рейд. И самое главное, что, допустим, тех же роботов, вот обратите внимание, у нас, предположим... А, подожди, на управление роботами это дерьмо не распространяется. Ну, в смысле, это... Вот отстой, значит, роботов придется все-таки в ручном режиме переставлять, что печально. Ладно, давайте я пошел готовить наших бойцов к бою и увидимся с вами, когда начнется мясо. Что-то они как-то не особо стремятся нападать. Они тут решили устроиться рядом с нашей старой базой и типа потусить. Я не знаю, может у них пикник на самом деле, может мы что-то не поняли. Блин, бинокля опять нету. Ребят, надо делать артиллерию. Сейчас бы мы бы им шашлычка бы подбросили туда, и они бы поели бы и ушли. Запуск реактора. Не так далеко была обнаружена попытка запуска корабельного реактора. Нет, ребят, туда мы не пойдем. Мы будем строить свой реактор с блэкджеком и шлюпками. И, кстати, да, обратите внимание, мы практически полностью изучили андроидов. И это значит, что мы будем такие их делать, ребята, да. И, кстати, насчет помещений. Значит, что мы должны будем сделать? Ну, во-первых, я думаю, что надо будет зону животных просто вот сюда вот перенести, да? Соответственно, отсюда мы эту зону убираем. И самое главное, что нам теперь надо перенести еще вот эти все
ящички все со всякой кукурузой и прочим-прочим, к силосам. Все переставляем вот сюда. Так, ну и кроватки надо будет тоже переставить. Я думаю, этим у нас займутся роботы перестановкой. Короче, вот эти кроватки мы сейчас с вами расставляем вот здесь вот по уголкам. Вот так вот. И сюда мы с вами сейчас сделаем еще кроваток для наших любимых животных. Так, вот она, кровать для животных. Вопрос в том, есть ли у нас... Да, вот у нас есть конопля. Правда, там 50, а у нас 147. То есть мы из конопли сможем сделать всего две кроватки. А из чего еще делать, я фиг его знает на самом деле, потому что у нас нету вроде бы... Ну да, шкуры Кирина у нас десяточка, Раптора 44, короче, ни на что не хватает. Вот если будет еще конопля, то, соответственно, мы с вами сделаем еще кроваток. Просто почему из конопли? Потому что это кровать лечебная, скажем так. То есть, если животное заболеет, то оно получит баф к иммунитету. Ну что, давайте мы еще сюда добавим амбразурки, вот так вот, для контроля, так сказать. Я, правда, не знаю, на какую сторону, куда у нас вообще будут отсюда выходы. А также мы сюда добавим с вами, естественно, двери из алюминия. В принципе, алюминий, олово именно для дверей самое то. И куда еще двери я хотел бы добавить? Вот сюда и вот сюда. То есть на случай появления жуков нам надо сделать изолированные такие вот секции коридора. То есть чем больше будет у нас вот таких вот секций, тем меньше у нас будет проблем в случае появления жуков внутри горы. Так, вот здесь вот, кстати, тоже. То есть по таким вот секциям можно будет легко как бы разбивать. Вот здесь появились, допустим, жуки. Мы спокойно сюда пробежали отсюда и жуков уничтожили. У меня складывается впечатление, что они пришли сюда, чтобы выбесить Грини, а не для того, чтобы нас атаковать. О, ну наконец-то, ребята идут на штурм. Да быть этого, блин, твою мать не может. Я думал, что в этом месяце мы уже не дождемся. И эти ребята наконец-то идут на штурм. Подожди, а гости уходят. Вы серьезно? Вы решили уйти вот прямо сейчас, когда эти барыганы пошли на штурм? Отлично, сейчас, кажется, у нас вместо гостей будут враги. Новая партия. Так, вы готовы умирать, ребята? Потому что я убивать вас готов. Только вот я не понимаю, куда стреляют мои АГС-ки. Почему они все время стреляют вообще... Вообще непонятно куда. Вот они постоянно куда-то вот сюда вот лупят, хотя здесь вообще нет противников. Бред какой-то. Бред сивой кобылы, буквально. Ладно, давайте мы вот этих, наверное. Вот сюда вот. Ну, алло, ну... Кстати, подожди, а можно по деревьям стрелять или по трупам? Не, нельзя. Очень жаль, кстати. Было бы круто. Так, эти решили, что с них хватит, а значит, можно переходить на следующих. В принципе, да, я вот почему уже говорю, что, походу, можно не показывать все эти бои. А, по крайней мере, я думаю, что если не придут терминаторы, не придет Зион, или как бы мы не будем отправлять корабль, то никаких достойных рейдов, которые вот надо прям показывать, просто не будет. Потому что, ну вы видите, они даже ни одного выстрела сделать не успели, у них не было шансов. Ох, как тут долбануло-то. Алло, хорош взрываться-то. Вот засранцы. Тут куча всяких ништяков, и все это пропадет. Смотрите, она обдолбанная, по ходу дела. Но по-другому я этого объяснить не могу. Смотри. Тебе что, попали в задницу? Как это смешно, черт побери. Она смеялась до последнего, пока не умерла. Так, подожди, кто там, чего? Ага, ну понятно, я так и думал, в принципе, я так и думал, что сейчас убьют гостя, и у нас с ними испортятся лютые отношения. Почему я ни разу в этом не сомневался? Так, главное, чтобы они сейчас из АГС-ки туда не зарядили, потому что пока у нас есть шанс спасти этого гостя и спасти, соответственно, наши взаимоотношения с ними. Так, вы, значит, идите переодевайтесь. Райан, что у тебя там по здоровью? Ты бионик, давай попробуем спасти вот этого гостя. Сейчас посмотрим, что там с ним. Один час. Твою мать. Ну да, с первым навыком медицины, наверное, вряд ли мы сможем стабилизировать ее прямо так, чтобы... Ой, понятно, нифига себе, что это было? Что-то прилетело в нас. Короче, вряд ли мы сможем этого гостя спасти, к сожалению. Одного часа будет недостаточно, мне кажется. Ну, добежать-то мы добежим. Печень, печень уничтожена, ребят, ну это жопа. То есть, она умрет по любасу. Давай попробуем спасти, но мне кажется, нам сейчас еще и за это впаяют минус. Да, и надо переодеть всю вот эту гоп-компанию. Самая, блин, ненавистная часть любого рейда. Переодевание туда-обратно, и главное не за... Это что, блин, у тебя на голове такое? Ты чё? Ты серьезно? Зверошапка?
Зверошапка идет нахрен, а ты одеваешь себе нормальную вот эту вот маску сварщика. А печенки у нас там нигде? Ну откуда у нас может быть печенка? Хотя, черт его знает, вроде я никому не менял, так почки есть. Может тебе почку поставить, а? Нет, на самом деле можно будет сделать криокапсулы и таким образом спасать вот таких вот ребяток. Что у нас еще тут есть интересного? Как видите, у нас тут есть куча бионики всякой, которую тоже можно кому-нибудь поставить. Что я сделал между сериями? Экзоскелет, как видите, у первой четверки у нашей есть. Вот, Дазаки. Кит, у тебя, как я понимаю, нету экзотического скелета. Так, Тапок, у тебя тоже? Вот давай мы сейчас... А, Кит у нас сейчас немножко занят, он тащит сюда вот эту подругу, но я думаю, что не получится ничего сделать, к сожалению. У нас нету, еще раз говорю, у нас нету печени. Увы и ах. Давайте, кстати, мы немножечко здесь расширим вот эту область. Ой, что-то я как-то немножечко расширил. Ну ладно, пускай будет так. Блин, Клинтон. Не, я думаю, что мы не успеем сделать, естественно, биосинтетическую печень за час. Но давайте, пускай она у нас на всякий случай будет. Чифецкий, давай вперед. Работаем. И как же теперь, черт побери, удобно. Опаньки, и все нормально. Еще бы роботам такую же фигню, но на роботов, так как роботы это, как я понимаю, мод, поэтому на них не распространяется действие этого мода, соответственно. Эй, бедняжка. Док, смотрите, она улыбается. Она пока еще может улыбаться. Смерть через 3 часа. А, охлаждающая жидкость... А, подожди, то есть она еще и взрывается. Зашибись вообще. Просто зашибись. Мы никак не можем, да, ее охладить, там что-нибудь с ней сделать. Она нам сейчас кровати развалит. Еще и убьет кого-нибудь до кучи. Так, что же с тобой делать-то? Подруга подкинула проблем. Ладно, давайте мы Киту сейчас вживим экзоскелет. И Кита мы отправим вот сюда вот отдыхать. Короче, сейчас попытаемся ее вылечить. Если не получится, то я не знаю, что с ней надо будет делать. А, смотрите. Она может жить без печени? Серьезно? Острая печеночная недостатка. А, она может умереть в любой момент. Я понял вас. То есть там теперь нету такого прям вот параметра, который сразу же приведет к ее смерти мгновенно, но она может в то же время умереть в любой момент. А почему мы не можем ей печень поставить? Мне вот что интересно. Обратили внимание, здесь у нас нету такого дерьмо какое-то. А че я ее не могу оперировать-то? Так, ладно. Давайте переставим кровать. Ну, одну кровать мы, по ходу дела, уже просрем. Да и фиг бы ты с ним, на самом деле. Мы богаты, нам насрать. Я понимаю, что вы мне напишите, можно было ее куда-нибудь перенести, но не хочу. Мне лень. И тем временем мы можем прооперировать у нас Кита. Поставить ему экзоскелет. А также, кого еще? Тапка, наверное, да? Здесь мы тоже можем добавить экзоскелет. Давай тут рядышком приляг, хотя, конечно, кровать не самая лучшая, но я думаю, что проблем не будет с операцией. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что вот если, видимо, если мы ее бы как-нибудь вырубили... Слушайте, что-то я вообще не понимаю. Короче, да, почему-то очень странно, но нельзя провести ей операцию. Во, ребят, все. Появилась возможность. Она вырубилась, и мы можем теперь поставить ей, вот, имплантировать синтетическую печень. Либо мы успеем это сделать, либо док оторвет руки нафиг по самые уши, пока она оперирует эту девочку. Напряженный момент! Твою мать, ты где ходишь, дура? Либо ты это успеешь сделать, либо нам жопа. Печеночная недостаточно, 70%. 71, 72. Мы успели! И подруга от нас уйдет еще и с бионической печенкой. Прикиньте, как повезло. Теперь я понимаю, почему она не особо торопилась. Давайте тапку мы тоже поставим сейчас экзоскелет. И дальше экзоскелеты мы, к сожалению, делать не можем. Как я уже говорил, по той простой причине, что у нас нету супермагнитов. И сделать мы их тоже не можем, эти супермагниты. Так как у нас пока нету постройки, которая делает неорганическую материю. Следующим этапом нашего строительства, переноса, точнее, объектов вот отсюда куда-то сюда, будет перенос вот этих двух складов. Мне кажется, что самое то, вот эту одежду, оружие и все остальное переместить сюда, но сделать склад не горизонтально вот так вот, а вертикально. Вот такая вот будет вытянутая хрень. Давайте начинаем, наверное, с выкапывания вот здесь вот коридора. Вот таким вот макаром мы это все дело выкапываем. И здесь, в принципе, можно начинать строить стеночки, чтобы все у нас не обвалилось. Сначала давайте начнем именно с них. Я не знаю, до какого уровня, пока сделаем вот так вот просто, как попало. А дальше посмотрим. Делаем стеночки и после этого выкапываем вот это помещение. Ну и надо будет обязательно еще поставить, опять-таки, колонны из мрамора. Хотя давайте проведем замер. Сколько здесь ширина у нас будет? 13 блоков. То есть потолки в центре в любом случае обвалятся. Значит, придется делать колонны.
О, наша красавица очнулась, и теперь она у нас гость. То есть, слава богу, девочка выкарабкалась, осталась вот буквально... А, все, все вообще отлично. Ее еще и похлебкой накормили. Так, что вообще за персонаж-то? Ну, она может, кстати, захотеть к нам присоединиться, но я думаю, что я ее не буду брать, потому что нам такие сейчас особо не нужны. Также я решил нашу Беретту тоже прокачать по бионике, но док накосипорила и ее чуть-чуть так порезала. Торс на 24 ранения, то есть, ну, нормально так она на самом деле ее нахлобучила. Зато у Беретты теперь есть куча всяких прикольных штуковин, да, подожди. Правый глаз, левый глаз, да, а правая рука ей нужна, как я понимаю. То есть, когда ей пришивали руку, немножко накосячили. И теперь у нее одна рука, то есть давайте мы сейчас... Ну, в смысле, одна рука у нее бионическая, вторая-то рука у нее осталась обычная. Но надо это дело поправить. А то можно забыть, и будет она однорукий Джо, да? Значит, здесь, как видите, у нас... даже, по-моему, однорукого Джо не было. Это, по-моему, из другой оперы. Здесь, как видите, мы тоже уже дофига успели выкопать. Вот я коридор копаю. И, соответственно, надо будет убрать какие-то вот эти вот магнетические кристаллы. Не знаю, что с них будет падать. А, железо с них будет падать. Превосходно. То есть еще и железо на халяву копнули. Короче говоря, значит, мне сейчас надо будет выкопать это помещение и перенести все вот эти вот склады на него, да? Человек-склад снова в действии. Но я вам этого, естественно, показывать не буду, потому что это застрелится, это на несколько серий, наверное, по продолжительности. Ну, минут 40, наверное, надо будет на то, чтобы все настроить. Плюс у нас же теперь мультитулы, они заменяют собой некоторые виды инструментов, но не все. К примеру, пила, она не заменяется, как я понимаю, мультитулом. То есть, в любом случае, пилу надо будет давать в ручки. Метла, вроде бы, тоже не заменяется. Не знаю, что там еще не заменяется. Можете, кстати, написать в комментариях, что заменяет, а что не заменяет мультитул. Потому что, честно говоря, не совсем это понятно. И у нас полностью готово, ребята, исследование. То есть, по идее, мы можем делать уже принтер для андроидов и, соответственно, печатать себе этих самых андроидов. Регенерация кожи. Ну, давайте, наверное, уже вот пойдем в кораблестроение, чтобы иметь возможность хотя бы начать заниматься кораблями. Хотя мне до этого еще как раком до Китая проще. Проще, наверное, реально улететь на мощности своего пукана, чем построить себе корабль. Там вы себе просто не представляете, какое количество ресурсов нужно для того, чтобы сделать этот самый корабль. Короче, гриндить, гриндить и еще раз гриндить. Ладно, щелкайте пальцами, и здесь все будет готово, наверное. Энное количество времени спустя. В общем, да, перенес я вот эти вот два склада, как видите. Причем, наверное, вот этот ремонтный станок мы с вами просто разберем, потому что я переставил туда ремонтный станок из титана. Я считаю, что это будет более верный шаг. И пока, в принципе, вот эту часть я склада не завершаю, потому что я не знаю, что мы еще где будем хранить. Боевая одежда у нас вся будет свалена вот здесь вот. И обычная одежда у нас свалена вот здесь. Здесь у нас еще вот медицинский такой вот блок небольшой, да? То есть чисто под медицинскую одежду. Да, кстати, я еще тут бинокли сделал, наконец-то, да? И предлагаю на самом деле... Блин, я вот не знаю, как вот этим товарищам их дать. Давайте, наверное, мы их не снайперам дадим, а Райану и Киту. Потому что эти ребята у нас не передеваются. Вот им и можно впендюрить бинокль. Усё, обоим выдали. И теперь мы с вами можем делать реально артиллерию. То есть можно будет заморочиться, сделать какие-нибудь гаубицы и т.д. и т.п. Следующее, что я собираюсь сделать, я думаю, что вы уже поняли, что это у нас будет новый склад еды и новая кухня. Как видите, новая кухня у нас будет размерами внутренними 9 на 9 блоков, в отличие от предыдущей, которая была, ну, значительно меньше. Одиночные двери будут стоять, потому что, как показала практика, одиночных дверей более чем достаточно. И я надеюсь, что вот это вот все дело у нас на кухню теперь войдет как-то... получше немножечко. Ну, естественно, я тут тоже не буду вам показывать. Сейчас мы быстренько все это дело наметим. Двойные стенки у нас везде будут. А вот, как я уже сказал, двойных дверей, наверное, скорее всего, нет. Потому что, ну, не нужно это, в принципе. Давайте здесь стеночки делаем сразу же. Чтобы у нас нигде ничего не обвалилось, сделаем их сразу. Значит, вот это помещение, это будет резервное хранилище. То бишь, сюда мы будем сваливать то, что у нас не помещается на основном складе. То есть, допустим, здесь у нас будет палета. Одна палета с кукурузой, которую мы используем. А все лишнее будут скидывать сюда.
Ну и плюс, помимо всего прочего, в этой части склада у нас с вами будут располагаться, храниться органы, которые мы будем вырезать из наших колонистов, ну, либо из каких-то других, потому что, к сожалению, на том складе, который есть сейчас, они нифига не помещаются. В общем, вот так вот в быстром режиме, я надеюсь, я на монтаже вам это сделал, мы заканчиваем это помещение и приступаем к верху. В общем, я надеюсь, что монтажик оправдает себя. Я постараюсь в этот раз немножечко поэкспериментировать, наверное. Скорее всего, вы видите ускоренное строительство. Я решил посмотреть, как это будет смотреться. Короче говоря, здесь мы с вами, как обычно, строим такой вот угловой склад для провианта, который мы будем использовать, и кухню. Все это дело мы сейчас выкапываем, попутно смотрим, чтобы у нас ничего нигде не обвалилось, то есть поэтапно выкапываем и сразу же строим здесь стеночки. Также надо будет здесь обязательно сделать проводку и на кухню сделать амбразуры в две стороны. И естественно, чтобы это все красиво смотрелось, мы добавим сюда красивую нашу плиточку в два цвета. Главное, чтобы нам материалов сейчас хватило, есть у меня некоторые сомнения, что каких-то булыжников нам может не хватить. Ну да, ничего страшного, у нас есть обломки камня, и мы всегда сможем сделать еще булыжников. Я тут так довольно нехило поторговал, как видите, избавился от, по-моему, 15 тысяч песка, точнее щебня, у меня было 29 тысяч, избавился от кучи тканей, которые у меня тоже было дофигища, и я совсем забыл, что теперь у нас еще и шерсть муфала идет, я там тоже около 900 продал. Значит, вот такое помещение у нас готово, и теперь самое интересное, мы будем начинать строить новую комнату отдыха, она будет располагаться у нас вот здесь, но я буду ее стараться сделать не такой, какая она сейчас у нас имеется, да? То есть сейчас она у нас как бы прямоугольная. Наверное, это не самый прикольный вариант. Лучше, наверное, сделать что-то так поинтереснее. Во-первых, у нас имеется, значит, вот такой вот столик. Давайте мы его сейчас переставим, посмотрим. Будет он стоять у нас, наверное, в углу, но только вот как бы на таком вот удалении, да? Стульчики, соответственно, мы тоже переставляем сюда же, к нему. Короче, продолжаем тут эксперименты. Вот так вот это у нас будет примерно выглядеть. Дальше мы делаем под ним прямо паркетик. Можно будет тут еще поставить какие-нибудь, допустим, цветочные горшочки или что-то типа того. Вы мне постоянно говорили, почему у тебя все так однообразно. Вот будет, ребята, не однообразно. Будет как-то так. Как будет, так будет. Ладно, давайте мы вот это хотя бы сделаем сейчас, а потом посмотрим, как это будет все выглядеть. Ну, вот так вот это все будет выглядеть. Такая уголок для джентльменов. Рядышком, наверное, у нас будет уголок для любителей Майнкрафта и прочей фигни. Короче, мы вот сюда поставим с вами игровые автоматы или что-то типа. Нормально, смотрите. Они бросили работу и сразу поперли, короче, заниматься вот этими вот делами. Ну что, правильно? Правильно. Что, для вас же сделано-то. Что у нас по поводу, значит, игровых автоматов? У нас есть 6 игровых автоматов. Поэтому можно их расположить где-нибудь, вот, допустим, где-нибудь вот в этой части. По-моему, Гринни разобрал, помимо всего прочего, еще и какие-то нужные провода, потому что у нас тут все повыключалось. Гринни, да, Гринни балбес, Гринни действительно разобрал нужные провода, и теперь придется их делать вот здесь. Я думаю, что вот таких габаритов будет достаточно. Здесь мы в уголки поставим с вами игровые автоматы. Кстати, их можно, по идее, сразу же переставить. И вот чего мне реально на данный момент не хватает, это, по-моему, у меня нету телека пока. То есть надо будет его обязательно сделать. По крайней мере, пока мы его не сделаем, я даже не знаю, как скомпоновать все это безобразие. Так, погодите. Вот так вот мы, допустим, сделали полы. Но вот эти вот игровые автоматы надо будет поставить, наверное, в эту сторону. Иначе тут по цвету получается лажа какая-то. Блин, вот что мне не хватает, ребят. Давайте-ка мы сейчас ЛТ-телевизоры и ЖК-телевизоры изучим. Немножечко мы в сторону подвинем вот это безобразие. Подожди, вот какое? Вот это вакуумные саркофаги. Нафиг нам какой-то космический корабль, если я до сих пор телевизоры делать не могу? Вы что, издеваетесь, что ли? Я реально не могу сейчас продолжать вот здесь вот строительство из-за того, что я не знаю, какого у меня что будет габаритов. Смотрите, какая у меня тут лепота получается, но лепота лепотой, а как бы продолжать-то мы не можем нормально. Хочется, чтобы все было прям вообще огонь. Дальше что тут у нас? Мы можем какие-то места гибернации? Нет, какие гибернации? Нам бы, честно говоря, что-нибудь такое... А, подожди, наверное, в аксессуарах. Аксессуары, электрические лампочки, подожди. А где у нас... Во, горшки. Цветочные горшки из стали. Горшочек, так сказать, с золотом. Давайте, наверное, из медяхи сделаем горшочки. Вот, во-первых, вот сюда. Вот сюда, и, кстати, обратите внимание, что теперь их может делать как бы какой-то классный
товарищ, вот лучший строитель, видите, отмечено. Здесь действительно зависит от как бы строителя, насколько все будет это качественно сделано. Поэтому мод, о котором я вам говорил в прошлой серии, как бы вот он сейчас в действии. Ну и где-то здесь вот у нас будет с вами сама столовая, возможно, она будет какой-то неправильной формы, какой-нибудь угловой формы, короче, там посмотрим. А сейчас у нас ядрить твою налево, сейчас у нас чертова малярия. О, господи, нам кровати-то хотя бы хватит. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, восемь человек и кровати раз, два, три, четыре, пять, шесть. Причем, судя по всему, там еще и Грини заболел. Да, вообще замечательно. Просто твою мать огонь. Ой. Так, ладненько, давайте мы, во-первых, переставим вот эту кроватку сюда, как она и должна была стоять. Еще мы можем здесь сделать дополнительную вот эту вот улучшенную кроватку из... Подожди, где пластик у нас? Вот у нас пластик. Значит, Гринька, я понимаю, что ты болеешь, но надо сделать кровать. Надо. Короче, медицинский блок у нас тоже будет переделываться. Я хочу, чтобы все было прямо вот максимально красиво, чтобы все было максимально удобно. Ой, у нас и док, короче говоря, у нас все болеют. И пончик болеет. Да вы что, смеетесь, что ли, надо мной? Офигеть, не встать. Давайте вот это тоже будет у нас медицинской кроватью, а то у нас медицинских кроватей, по ходу дела, на всех-то не хватает. Так, а кто у нас будет заниматься лечением-то? Ай, бедный. Вот Гринявый сейчас сделает себе кровать и будет на ней, собственно говоря, лежать. Ну, по идее, на самом деле, у нас ребята все бионики, это значит, что у них фильтрация крови, скорее всего, улучшенная, и маловероятно, что они умрут по какой-то причине. Так, Гринявый, давай, иди сюда, отдыхай, и тебя неплохо было бы полечить. Давай, вот док, увы и ах, придется тебе подняться и полечить. Кстати, подожди, а пончик рядышком лежит, да? Замечательно. Отдыхаем до выздоровления. Так, а куда вы пошли-то, Анушка, солнышко мое, ты куда собралась-то? Скармливает грибная похлебка. Нет, ребят, надо лечиться, а кормиться как-нибудь самостоятельно покормитесь. Так, что у нас здесь, ребята? Здесь у нас нет электричества по какой-то странной причине. Ну, не по какой-то странной причине, а просто потому, что здесь у нас тупо нету проводов. Потому что провода нам тупо надо будет ставить новые и по-новому. То есть вот так вот они у нас пойдут. Вот эта стеночка будет отсюда сноситься, она тут не нужна. Так, это давайте мы убираем прямо сейчас. Кто это все будет достраивать? Ну, наверное, будет достраивать терминатор, потому что он у нас точно не болеет малярией. И ему как бы на это поднасрать. А вот все остальные, да, все остальные у нас приболели. Приуныли немножечко. Ой, да, печаль, беда и сплошное разочарование. Игра постоянно подбрасывает вот такие сюрпризы в самый неподходящий момент, какой только вот возможно. Не могла мне дать завершить нормально серию. Ну, ёшкин ты морковкин, а? Я начинаю тихо ненавидеть эту игру. Хотел, короче говоря, сделать как лучше для Беретты, да? Вы видите, что у нее с настроением творится. Я же ей поставил бионику, все дела. Но! Это же тварь биоконсерватор! И, соответственно, она получает минус 35 к настроению. Я теперь не знаю, что делать. Придется какого-то врага брать, отрезать у него ручки и ножки и вживлять все это дело, как бы, берете, если она до того момента не застрелится нахрен. Потому что с таким минусом она будет просто в перманентном психозе. И, как видите, я начинаю здесь вот делать полы и настилать, чтобы все было красиво. Я решил не переносить вот этот вот стол. Я решил поставить два стола, 2 на 2 блока. Возможно, что это будет симпатичнее смотреться. И я отправил на заготовку древесины. Ну, точнее, не отправил, а выделил. Тут у нас куча деревьев выросла. Тем более, что вы помните, как я ругался по поводу того, что у нас здесь очень много древесины и стрелять практически нереально. Кстати, ребята, давайте-ка мы сейчас посмотрим, у кого там надо стрельбу прокачать. Обратите внимание, у нас тут куча саранчи. Вот, к примеру, значит, отправляем сюда мастера Кита, буквально мастера Йоду. Отправляем его сюда и ставим ему сейчас, значит, во-первых, вот здесь вот одиночный режим стрельбы. И ставим ему командную охоту. Он начинает устранять нафиг, соответственно, всех вот этих вот жучков-паучков. Ну, а мы просто наслаждаемся тем, как у нас быстро прокачивается стрельба, как видите. Я думаю, что он даже 10 уровень может набрать сейчас, чисто на это. Можем еще 3-ю скорость врубить. Правда, что-то, честно говоря... Слушай, а кстати, если мы тебе неприцельный выстрел поставим, ты как вообще покачаться? Он с той же скоростью примерно качается, просто монстр стрельбы. Ладно, ребят, смотрите, мы тут доделали с вами столовку. Ну, точнее, полы в столовке, да? Полы в столовке доделали.
Делаем сюда теперь столики. Современные столы. Вот, современный стол 2 на 2 блока. Давайте мы его, наверное, тоже сделаем. Можно было бы его вообще из золота забабахать, но мне кажется, что это будет уже перебор. Из стекла есть возможность сделать, интересно, или нет? А по ходу дела нет. Похоже, можно делать только из медяхи, допустим, да? То есть из стекла сделать эту штуку нельзя. Окей, ставим сюда этот столик. Отправляем туда Грини, несмотря на то, что он у нас бедняга болеет. Пускай именно он займется этим. Также... Значит, у нас есть стульчики из кожи, но нам в любом случае еще какие-то стулья понадобятся. Так, давайте часть мы сейчас переставим сюда, вот так вот, а часть сделаем новые. Значит, вот он стул, удобный, из простой кожи. Как раз нам на парочку стульев кожи хватит. Мне казалось, правда, что я ее больше оставлял, ну да не суть. Ну что, ребят, если вам понравилась эта серия, если вы хотите продолжение в том же стиле, ну или в каком-то другом стиле, можете написать в комментариях, что вам больше нравится, с каким монтажом и так далее. В общем, жду ваших лайкосиков, комментариев, если вам все это понравилось. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, заходите ко мне на стримы, везде буду рад вас видеть, в Discord. Ну а с вами был Грини, всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята. We'll be right back.